Цирк, аквапарк, картинг и аллея закаханных. Перспективный план развития территории поміж так званим Пушкинским и Шмитовским мостами у Могилеве разглядели на громадском обмеркованні у гарвыканкаме. Это только первый самый агульный план добропорядкования территории каля Палаца культуры в области у Могилеве. На этом этапе пропановы по удосконалению не только пожаданные, але и необходимые. Поводле его пляцовка Заднепровья одразу насупроть ратуши переотворится у шматфункциональную зону отпочинку. Как ваше отношение вот к этой идее сделать сначала как следует набережную в городе Могилеве, как можно дальше ее по берегу Днепра, потом сделать вокруг этой набережной благоустройство как следует, а потом уже думать о застройке? Надо увязываться уже с сделанным благоустройством, которое идет уже с этой стороны проспекта Пушкинского. По выниках обмеркования его удельники накируют галовному архитектору города письмовые пропановы, и они будут разледжены специалистами Могилевского гарвыканкама.